Watch how I do this. Году иду, а небо затянется хмурым. Снова играю с фортуной, нумбом. Это игра слов, зажимает тут капслок. И вовсе мне не нужна эта консоль. Где я на лекарствах? Из-за копов, из-за топом. Видели меня все, где попытки поменяться. Ковылял сам, ибо не видно. Меня зовут Саня. Также известен под творческим псевдонимом Санро. Ну как известен? Мне кажется так. Многие такие спрашивают: чувак, что это значит, Санру? Ну, вообще все просто. Берем первую часть имени, типа Саня, Сан, Солнце, круто. Роу, Петров, типа Роу, немножко созвучно. Ну, это примитивное объяснение. И как бы просто многие люди не понимают, что ну, за этим скрывается какой-то смысл. Все равно как твой псевдоним должен тебя отражать. Как бы настроение творчества или еще что-то. Sunrow в переводе, ну, дословном, это солнечный ряд. Это связано с тем, что каждая моя песня, получается, они практически абсолютно разные. В эмоциональном посыле и вообще по настроению и, получается, по исполнению. Вообще, с детства любил сцену выступать, что только не пробовал. Ну, как бы, чтоб меня заметили, там, танцевал, пел. Не поверите, первое мое выступление было, ну, именно с рэп-композицией. Это была песня Сереги «Черный бумер». Мне было лет, ну, не знаю, 9-10. На заднем фоне там танцевали женщины с коллективов таких русских народных костюмах. И была такая картонная машина, типа «Черный бумер», и я ее исполнял. Ну, это, я еще тогда даже не думал о том, что вот я свяжу с этим свой, как бы, жизненный путь. Ну, прежде всего, музыка для меня, она как хобби. Ну, то есть я понимаю, что если я не стану известным или меня не заметят, то как мне жить? Вот. Ну, потом началось в жизни такие, как бы, изменения. Сначала я попробовал записать песню на микрофон от караоке. Вышло, конечно, забавно. Забавно. Вот. Ну, с каждым годом у меня появлялось что-то новое из аппаратуры. Типа, отложил денежки, подработал там где-то, маму попросил. Вот, и где-то в 2015 году я собрал дома, ну, примитивную, может быть, ну, там, для крутых, там, звукорей или, не знаю, продюсеров, примитивную студию, но у меня была дома, как бы, моя комната, это был такой укромный уголок, где я один, у меня стояли мониторы, уголок, где все заделано было поролоном специальным в виде пирамидок. И стоял микрофон, наушники, в общем, все приблуды. И я просто, когда дома никого нет, чтобы никто не слышал, записывал песни. Ну, а потом началось, просто в каком бы городе я ни оказывался, я просто заглядывал на какую-то студию, так вот рождались песни. На самом деле, вот такая вот штука. Вокруг меня выстрелы, прошу, дай мне Бог выстрелить. Нелепое движение, души в тебя выстрелят, кричат меня и позиции, но с этими лицами придется нелегко, или больше не увидимся. Нас было много, вышло дорога. Ну, прежде всего, это как музыка, как способ самовыражения, и каждую определенную песню вкладываешь какой-то смысл. Ну, бывает и без смысла, что хочется просто сделать музыкальность, придать, чтобы песне приходится, как бы, отходить от смысла, но при этом делать такие крутые для звучания вещи. Ну, я очень люблю этим заниматься. Прежде всего, как мне сказал недавно один человек, что
твое призвание по жизни – это, ну, любимое дело. Это когда ты не замечаешь, сколько времени проходит, пока ты им занимаешься. Вот и так с музыкой я сажусь писать песню, и я могу… Пройдет, весь день пройдет. Я замечу только лишь в конце того занятия, что вот целый день посрал. Но, в общем-то, микрофон – это для меня как лучший собеседник. Просто он много всего слышал уже, как бы, и все херовые дубли, и классные, но закосяченные. Там столько всего было за эти года. Просто если представлять, что один проект – это, ну, как бы, хороших дорог, основных, которые пойдут на сведение, это, ну, 12, это точно. А как при записи там около сотни дорог выходит, ну, просто там что-то удаляется, что-то переписывается. Вот. Ну, очень нравится, когда люди очень творчески подходят к созданию музыки. И не то, что просто вот я рэпер, гангстер, посмотрите на меня или еще что-то. Я как бы не отношу себя к рэперу. Рэпер – это как, ну не знаю, как клеймо. У нас даже в России как относятся? Типа, а, русский рэп, что это такое? Типа, я считаю себя просто исполнителем, как бы, да, направленность рэп. И я люблю этим заниматься, и мне это нравится. И вот у нас скоро будет концерт 10 мая в клубе «Ионотека». 8 вечера. Приходите, мы вас ждем. Постараемся устроить запоминающийся вайб. Я тут падал вниз, одолевая лист. Не видал я приз, теперь тут брат молись. Я Будда или римский папа, который...